Предметная олимпиада в Тирасполе. 180 учеников 5-8 классов, победители школьных этапов, приняли участие в интеллектуальном состязании, а выпускники соревновались в ораторском искусстве на олимпиаде по профориентации. Математика и языки – все три государственных – русский, молдавский и украинский. В этом кабинете восьмиклассницы демонстрируют познания в великом и могучем русском языке. Нестандартные задания девочек не пугают. Позади победа в школьной олимпиаде. Александра заметно волнуется, но настроена на успех. Во-первых, это портфолио пойдет, если я займу хоть какое-то призовое место. И поэтому для меня это очень важно, и это очень даже хорошо и престижно. Я сейчас второй раз на олимпиаде по русскому, именно школьной. И сейчас я заняла вот призовое место и вот на городской олимпиаде. Я думаю, тут более сложные задания, рассчитанные на гуманитарий. Преодоление психологических нагрузок, оригинальный подход к решению нестандартных задач и высокий уровень эрудиции. Для 180 столичных школьников такие испытания преодолимы. Это очень важное для нас мероприятие. Участие в предметной олимпиаде стимулирует учеников к позитивному отношению к учению не только в период школьной жизни, но и на протяжении всей взрослой уже жизни. Характерной чертой для Приднестровского конфликта, как и для других конфликтов на территории СССР, является его незавершенность. Немного другая атмосфера в этой аудитории – Приднестровская война. Артемий уже второй год работает над этой темой в рамках профориентационной олимпиады. Некоторые люди не совсем себе даже представляют эти конфликты, как они шли, как они развивались. И я все-таки хочу как-то передать часть своего мнения, своего видения. Возможно, это будет полезно в дальнейшей деятельности. Здесь те, кто уже встал на путь освоения профессии юриста. Поэтому оценивается знание правовой базы и владение ораторским искусством. Призеры будут вне конкурса зачислены на юридический факультет. Мы проводим олимпиаду традиционно ежегодно уже в течение 15 лет. Эта олимпиада – прекрасный способ для нас обнаружить, может быть, свои будущие кадры, детей, которым мы можем порекомендовать поступать на юридический. Призеры городского этапа проявят себя на республиканской олимпиаде в марте. Екатерина Белогривая, Сергей Василев. Первый Приднестровский телеканал.